Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Конечно, нужно! И не кому-нибудь, а всему нашему городу, а также многочисленным гостям и участникам 8-го международного фестиваля фейерверков «Звездопад-2018». Да, это First Kids TV и VG Nastya. И мы находимся на аэродроме Южный, где вот-вот начнется одно из самых ожидаемых событий этого лета. Много музыки, фантастический свет, спортивное состязание, пиротехнические шоу. Все это есть на фестивале. Вы готовы к такому потоку информации и эмоций, дорогие зрители? Ну что ж, мы начинаем! Здравствуйте, вы впервые на «Звездопаде»? Привет, да, я впервые на смоленском «Звездопаде». Откуда узнали фестиваль и почему решили посетить его снова? Ну, знаете, это очень масштабное мероприятие, было очень много рекламы, и мои друзья, которые уже бывали здесь ранее, посоветовали мне сюда сходить. Посетить, увидеть все-все, или времени может не хватить? Настроение отличное, очень классное, интересное мероприятие. Я надеюсь, что я успею посетить все обязательно и все-все-все прям посмотреть. Как вы думаете, чем интересным здесь сегодня можно заняться детям? Детишкам здесь можно провести отличное, интересное время с их любимыми аниматорами арт-агентства «Феерия». Можно повеселиться, поиграть, пофотографироваться. Посетить различные площадки мастер-классов для деток. Здесь сегодня по максимуму все самое интересное приготовлено. Сегодняшние фейерверки. На сотни тысяч километров. Смоленский звездопад всегда такое красивое и яркое событие, что хочется смотреть без конца. Это очень здорово. Вы хотите сюда возвращаться? Конечно, я хочу сюда вернуться. И не только я, наверное, тысячи людей, которые сегодня побывали здесь. И мы на следующий год вернемся сюда, надеюсь, снова с новой программой, выступим и будем вас веселить, развлекать. И «Звездопад» – самое яркое шоу этого года. Вы будете ждать «Звездопад 2019»? Да, будем с нетерпением. Какое событие для вас самое ожидаемое сегодня? Фейерверки, а может быть выступление какой-нибудь группы или музыканта? Здравствуйте! Сегодня я, конечно, жду фейерверков, я жду какого-то красочного шоу, я думаю, все будет здорово, все будет круто. С кем вы сегодня проводите время? Сегодня я приехала вместе с центром массажистов, они сегодня работают, а мы наслаждаемся их работой. До самого конца фестиваль? Обязательно. Я думаю, что мы закроем его красиво, под аплодисменты и под красивые салюты. Вот мы и ответили на все вопросы. Или почти на все. Ведь сколько новых появится после того, как мы увидим все волшебство сегодняшнего вечера своими глазами. Но самое главное – это радость и впечатление, что каждый из присутствующих унесет сегодня с собой. А с вами были First Kids TV и VG Nastya. До новых встреч!